Die Ukraine ist zerrissen zwischen Westeuropa und Russland. In Charkiw ist das spürbar. Hier ist die Verbundenheit mit Russland sehr groß. Die Menschen unterstützen nicht unbedingt Putin, aber nicht alle sind gegen Russland. Извините, как может быть Россия нам враг, когда это родные нам люди? Это родные наши люди. Мы с одинаковым менталитетом, у нас корни одинаковые, у нас история одна и та же. Я думаю, что если пока есть Путин, не будет ни войны, не будет ни военных действий, и будет все благополучно, понимаете? Вот пока есть Путин в России. Почему-то мы так... Это не только мое мнение, это мнение моих знакомых тоже. Präsident Putin behauptet, die militärischen Maßnahmen entlang der Grenze seien lediglich eine Reaktion auf Provokationen der NATO. Und er warnt. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую «красную черту». А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами.